Приветствую, друзья, с вами Маракесси. Итак, сегодня посмотрим сражение на ПТ-САУ 10 уровня, Т-110Е3. Данная ПТ-шка была подвергнута нерфу, и, соответственно, немножечко ей там по нерфе ДПМ, но в целом незначительно все там ухудшилось. То есть, в целом, Е3 по-прежнему нагибает. Тут хотя бы не сильный прям такой нерф, как бывало раньше, когда после нерфа на танке вообще играть невозможно. И Т-110Е3 это одна из тех машин, которая действительно танкует в этой игре, при этом независимо от того, какой противник, будь это танк 8 уровня или опасная десятка. Даже бронированные какие-то машины спокойно, в общем-то, танчатся данной ПТ-шкой и пробиваются, конечно же. Так что тут все замечательно. В начале боя игрок сразу же сталкивается с сопротивлением. Тут, как вы можете видеть, танки с хорошими УВН, с крепкой башней заняли позицию с самого начала боя и пытаются тут агрессивно отыгрывать. Но для Е3 это не сильно большая проблема, потому что у Е3 рубка практически непробиваемая. То есть действительно там брони настолько много, что даже самые такие опасные ПТ-САУ не способны порой туда пробить. Ну иногда, может быть, могут пробить, но это бывает нечасто, скажем так. Уязвимое место у Е3 это, конечно, НЛД, ну и, естественно, борта, как и у любой ПТ-САУ, и корма. Но туда еще нужно подойти, тут как бы еще и союзники прикрывают. Ну, вначале вы можете видеть, что не сильно что там происходит, то есть ничего не происходит, по сути. Но это только начало боя такое. Сейчас начнется экшон. Ну а пока он начинается, напишите комментарий. Можете написать после просмотра видео, не обязательно спешить. Не забудьте указать свой игровой ник, и тем самым вы будете участвовать в розыгрыше золота. Так что всем удачи, надеюсь, вы сможете выиграть золото. Ну и Е3 идет в атаку, так что сейчас весело будет. Приветствую, друзья, с вами Маракесси. Итак, давайте поиграем на сайте WotHub. Попробуем выиграть какой-либо тяжелый прем-танк. Так, 500 золота выпадает. Но это не то, что хотелось бы мне сейчас получить. Так, есть Лёва. Замечательно, забираем его, конечно. И также, друзья, если вдруг вы будете играть на данном сайте, то заходите обязательно в раздел бонуса. Потому что я тут практически каждый день выгребаю дополнительную халяву. Там кейс можно получить бесплатно. Вот, есть. Ну, легко тот кейс на самом деле выиграть. Вот СТ-шный кейс получил. Ну и другие тут плюшки. Ссылка на сайт в описании. Также не забывайте про мой промокод. Высунулся ВЗ-55, наш герой не повременил этим воспользоваться, дал ему плюху в борт. И в принципе в данной ситуации Е3, как вы можете видеть, чувствует себя вполне даже хорошо. То есть он может отыгрывать от УВН некоторых, хотя они тут не супер хорошие. Но тем не менее, вот в данной ситуации, с данной позиции, очень даже неплохо наш Е3 накидывает. Тут еще все-таки союзники тоже решили помочь, и вот эти два тяжика, они уже не выглядят так опасно, как в начале боя. Они наоборот друг другу мешают, но не всегда по-прежнему получается их пробить, так как все-таки там башня, будь здоров, как бронирована, все-таки Чифтейн это один из лучших вообще танков игры. И, конечно, не во всех ситуациях тут прям легко с ними сражаться. Но наш герой снова покарал ВЗ-55. ДПМ, в принципе,
принципе, по-прежнему у этой ПТ-шки весьма даже неплохой, а самое главное, что средний урон тут замечательный. Но Центурион Action X собака постоянно надкусывает нашего героя по чуть-чуть. Вот, казалось бы, броня хорошая, но опытный противник всегда найдет уязвимое место, но, видимо, в НЛД он тут все-таки пробивал, просто из-под тяжка так наклевывал, но все-таки он СТ-шка, так что ему можно. Ну и тут уже идет полная разборка с этими двумя не особо удачливыми рашерами. Ну, в общем, вроде как задумка была у них интересная, но слились, по сути. Идем дальше. Тут бабаха отстрелялась. Наш герой успел перезарядиться, выстрелил. Хотя, казалось бы, вроде по таймеру не успевал он, но все-таки... куда нужно снаряд залетел, да еще и как надо. Насколько я понял, там фугасный снаряд использовал игрок, и это просто великолепный выстрел был. Тут на базе уже ТВП вражеский катается. В общем, вы можете видеть, что ситуация развивается прям очень стремительно. 5 минут боя, а уже большая часть танков отправилась в ангар. Особенно союзники решили этим отметиться и посылали все подлецы. На базе засвечивается тоже Т-110 Е3. Но, в общем-то, за счет хорошего бронепробития, особенно на голде, получилось ему накинуть. Тут еще и бабаха ФВ-215Б-183 подъезжает. Но хорошо, тут есть куст, а значит, дополнительная маскировка. Главное отъезжать от кустов на некоторое расстояние, чтобы не всегда светиться, но в данном случае уже противник слишком был близко, так что данный фокус не сработал. Наш герой снова выезжает, надо добирать бабаху. Тут она нелепо как-то вообще упала в воду, чуть ли не утонула там, но вроде как выбирается. Снова этот Центурион Action X, он, по-моему, весь бой нашему герою, так скажем, мешает. И игрок решает, в общем-то, на него переключиться, дал ему плюху. Очень мало прочности остается, Центурион подъезжает поближе, вот он прям хочет Е3-го пократить, снова пробивает, блин, ну посмотрите. Но тут, к счастью, удача на стороне нашего героя, нормальная альфа вылетает, и Центурион отправляется в ангар. Еще сзади тут бабаха подъезжает, спереди стреляет Е3, наш герой уничтожает бабаху, поворачивается, казалось бы, вроде по таймингу Е3 сейчас должен еще один выстрел сделать, может, не знаю, неудобно было ему, или он отъехал куда-то. Е4 еще выстрелил, не пробил нашего героя, просто какая-то нелепость происходит, то есть стечение обстоятельств. Казалось бы, игрок тут подставился миллион раз, ну, я его не виню, то есть у него такая ситуация, что тут нужно крутиться было, будь здоров, как Юла, туда-сюда, чтобы выжить. Но удивительно, что вот в эти моменты, когда он там маневрировал, ему в борт никто урон не прислал. При этом он выживает при 35 очках прочности. Это просто нечто, друзья. Удивительная ситуация. Ну, видимо, подкруточка, которой, конечно же, нету, как говорит Деста, сработала как надо. Е4 решает пойти в атаку, но очень неприятные непробитие противника. Ну, Е4 такая вот ПТ-шка, может иногда и танкануть. Нужно помнить, что там еще, по-моему, Е3 был, хотя его уничтожили. Я так понял, просто просмотрел данную ситуацию, что его уничтожили, сорян, не заметил это. Там только Е4 еще один. Наш герой танканул, дал плюху Е4-му. Противник подъезжает в упор. Игрок клинчуется с ним, пытается, соответственно, в общем, пытался тут он танкануть, но это даже не потребовалось. Успел перезарядиться, забрал неприятеля. Сзади еще ТВПшка. Е4 непонятно, где там застрял. Игрок спокойно забирает ТВПшку, так как он подставился. А вот и Е4 с ником Рекрут 09 подъезжает. И наш герой уже практически подзарядился, на готове он приготовил уже снаряд для противника голдовый. Вот он враг, выезжает справа,
стрельнул, он успел стрельнуть первый, но не пробил. И посмотрите, еще и альфа не вылетела, чтобы забрать неприятеля. Но тут, к счастью, у Е3 перезарядка быстрее, чем у Е4. Поэтому игрок сориентировался и неприятеля уничтожил. Это была жесть, друзья. Это невероятно, как он так смог выжить в такой ситуации, когда, казалось бы, просто у врагов миллион шансов уничтожить. Сзади еще тут арта подъехала, но игрок ее тоже ликвидировал. В общем, просто какой-то киллер-убийца, то есть с 35 очками прочности затащил бой, ну и последнюю арту тоже уничтожил, при этом та тоже попала по нашему герою, но и этот выстрел его не забрал. Он прям, я не знаю, какой-то заговоренный, просто невероятное выживание. И на этом все, друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца, желаю вам удачи, пока!